Hello, everybody, меня зовут Честер, и мы продолжаем играть Among the Sleep. Как и обещал, мы будем играть уже в пролог. И пролог начинается с зимы. В общем, я смотрю, здесь следы. Отсюда мы пришли. Вот отсюда игра и начинается, этот пролог. Просто я решил менюшку... Еще показывать менюшку постоянно. Так. Что там такое? Какие-то игрушки, получается. Сосулечки повылазили. Тут везде холодно. Бедный ребенок. Ему этих испытаний не хватило, ему еще добавили зиму. То он там ходил по болотам, по всему чем угодно. Бегал от страшной мамки. Во всех смыслах. Так, и что нужно сделать, чтобы отсюда вылезти? А, точно, ассасинский прыжок. Холодно. Так холодно. Кто это? А, это ты разговариваешь? Я думал, уже ребенок наш научился разговаривать. Что нужно сделать? Может, окошко закрыть? А, и все потаяло. Пожалуйста, теплее, счастливее. Спасибо. Чудище не любит счастье. Ага, явно та же актриса, что и мамку озвучивала. Ну ладно. И дефицит кадров. Так, ну у нас медведей, наверное, не будет. Он нам не нужен. Так как это пролог, значит, медведей не должно быть. Ага, просто закрыто. Ладно. А ты разговариваешь вообще? А, их собирать можно. Остальные прячутся. Они все напуганы. Прошу, помоги им. Помогу, сейчас. Милые игрушки просят нас найти. А тебя обнимать можно, чтобы видеть что-то, нет? Да, домик конкретно поменялся. Возможно, это другой дом. Дом, не знаю, например, загородный или где батя наш живет. Наша бухая мамка только что была. Пожалуйста, да помоги! Да помогу, заткнись здесь, совунья. Так, это первое мы сделали. Следующее нужно... Вот так. Так, идем. Холодно. Так холодно. Ну же. Как тебе закрыть? Получилось. Счастье! Больше, пожалуйста! Счастье. Это, наверное, шкатулка какая-то. Больше счастья. Ага, радио. Сейчас будет тебе счастье. Бля! Это что такое было, а? Ха-ха-ха!
Спасибо. Тьфу ты, я к тебе поднимаюсь. Чёрт! Холодно. Счастье! Больше, пожалуйста! Полезай ко мне в карман. Счастье. Там какого-то бобра показывают по телевизору. А мне сюда. Вот тут видно, потеплее стало. А это вот батя. Возможно, мы там что-то прочтем. А. С моими текстурами хрен прочтешь что-то. Вау, там красиво так снежок идет. Счастье, больше счастья. Здесь мы можем прятаться. Тихо. Так, здесь мы были. Ага, наверху мы еще не были. Класс. Лучше ползком, так быстрее. Он откроется, как только я что-то еще найду. Сколько мы видели игрушек? По-моему, 5, да? А, кто это сделал? Так, полтергейст. Ищем. Здесь мы последнюю забрали игрушку. Где-то, значит, идем дальше. Где-то тут должен быть еще один. Так я думаю, может, здесь? Нет. Пора закрывать передо мной двери. Счастье, больше счастья. По-моему, я уже был везде, где можно было. Здесь я не был. Кто там идет?
какой-то призрак. Нет, не сюда. Давайте еще раз наверх. Блин. Сложно. Может, их по несколько вообще? В одной комнате, может, их было несколько, я не в курсе. Ага, ну он промчалось. Вот этих вот раю, в этом районе здесь вот такое вот чувствуется холодно, значит они где-то должны быть здесь. Вот здесь тепло. Может, мне вот эти вот подскажут хотя бы зверушки. А может их куда-то поставлять надо? Я вот об этом не подумал. А, подождите, смотрите, кладовка есть. А я включу. Да, я ее не сразу заметил. Континью, конечно же, непонятно было сначала, что делать. Да и сейчас разберемся. А, свет. Она же сказала, скорее свет. Так.
Тихо. Пожалуйста, помоги. А где? Я думаю, в корзине, да? Да, теперь как-то надо наверх забраться. Я хитрее. Давай, хватай. Так, счастье, врубаем счастье. Спасибо. Все, больше не будет охотиться. Я думаю, теперь наверх. Тихо, 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 тихо. Да, вверх доступен теперь. Вверх доступен, вверх доступен. Закрыто. Возможно, мы в прологе. Оу! Черт! Кто-то плачет. Давай, давай, давай наверх. По-моему, утащили ее, я не заметил. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Я могу тебя контролировать. Мамка пошла вниз. Книжки, коробки. Ага, собираем вещи и уходим, да, называется?
Бантик. Сейчас спасу. Где ты? Обнимашки с зайчиком. Я зайчика упустил из-за тебя, ханыги конченые. Это все? Это все. Нам показали, как только она собрала вещи. В общем, этот пролог ничего не дает, ничего не несет в себе. Ссору мы и так знали, что они там что-то поссорились. А из-за чего поссорились, надоели друг другу, вот и все. В общем, всем спасибо за просмотр, оставляйте все комментарии и лайки. Всем добра и блага, и увидимся уже в следующих играх. Пока. I don't care what you've done. Where are you now? No use holding the grudge. For a past that keeps you down, another day to your end.